За активную гражданскую позицию, бдительность и смелость полицейских региона и двоих курганцев наградили благодарственными письмами. Их вручил руководитель ОМВД Игорь Решетников во время проведения гарнизонного развода. Так, за обеспечение охраны общественного порядка при подготовке к выборам президента и в день голосования награду получил Игорь Григорьев. В обязанность майора полиции входил контроль за несением службы патрульных нарядов на улицах и избирательных участках, а также охрана во время проведения массовых мероприятий. Пикеты, митинги, шествия, демонстрации. В общем-то, эти выборы прошли на достаточно спокойном уровне. То есть все было организовано со всех всесторонней, со стороны сотрудников полиции, со стороны администрации города Кургана, правительства Курганской области. Все на должном уровне было организовано. Граждане, в общем-то, практически жалоб не предъявляли. За помощь в задержании преступника были отмечены и двое бдительных жителей города – Илья Ульяницкий и Антон Кожевников. Они увидели, как злоумышленник пытался познакомиться с несовершеннолетними на городском пляже. При попытке задержать педофила еще до приезда полиции преступник вытащил нож и успел ранить троих человек. Сейчас он заключен под стражу, ведется следствие.